Всем привет! В общем, этот видос будет о результатах конкурса. В кадре меня не будет, ибо я тут слегка не в кондиции. Мигрень у меня. Но я думаю, меня в кадре не надо. Я хотела снять на другую камеру, но там что-то как-то мне не дошли руки пока ее настроить, в том плане, чтобы удобнее мне было видно, куда смотреть. В общем, вот у нас этот видос этого конкурса. Вот нам надо эту ссылку. У нас есть ссылка. Копировать. Можно было через рандом, но надо было вручную и так далее. Но я решила, что побыстрее, наверное, будет через эту сказочную штуку. Я решила, что у нас будет два, как я первый раз говорила, два победителя рандомно. И одного я выберу сама. Я пока еще не решила, кого, смотря что будет по результатам рандома. Так, как мы видим, у нас камень все-таки был не по делу. Поэтому, я думаю, можно попробовать перезагрузиться. Попробовать заново. В общем, первый у нас победил человек из контакта, который на аватарку поставил мою картинку из Инферносферат. Прикольно, кстати, такую. Правда, был там более лучший формат Инферносферата, этот ранний такой скан. Короче говоря, первый победитель у нас Целариэль. Напиши мне в личку, контактике, раз ты там есть, свои эти адресные данные, типа город, индекс и тому подобное. Так, чтобы тебе письмо пришло в почтовый ящик, потому что все-таки это у нас обычное будет обычным письмом. И если у тебя есть пожелания, допустим, чтобы я тебе написала там вот это вот, одну из этих вот открыточек и конвертик, допустим, письмо или еще что-то, то дай знать. Я постараюсь завтра или воскресенье, короче, в ближайшие пару дней выполнить эти все свои уже условия, мной же поставлены, то бишь отправить письма с Почты России. Так, теперь нам на второго победителя. Во. Тот, кто очень-очень хотел и чуть было не опоздал. Лена из Москвы, ядовитая тоже. Напомни мне свой адрес, пожалуйста, в личные сообщения ВКонтактика. Ну и жди письмо. Она, кстати, тоже, вот именно она хотела письмо. А по поводу победителя, я прям как в воду глядела, ну вот чисто от меня, как я выбрала, какой комментарий. Сейчас у нас тут загрузится. Я думаю, никто не будет против, ну а кто против, уж извиняйте, выдать открытку человеку, благодарственную открытку. Кто сподобил меня на эти ваши стримы, потому что мне много кто что-то писал про эти стримы, но как бы никто не объяснял. Он мне написал по поводу стрима, я чисто на отцепись написала, что если мне выдадут инструкцию по применению, то вечером я сделаю стрим. Мне действительно выдали очень подробную инструкцию по применению, намного более понятную, чем, допустим, дает YouTube. Ну и как-то вот я решила, что... Кстати, победитель, по-моему, книжного конкурса у меня был этот товарищ, где он тут, Горбушкин. Ну и даже за старание, скажем так, человек регнулся в ВКонтактике. В общем, усе трое мякните в комменты или в личное сообщение, наверное, лучше в личное сообщение ваши почтовые данные, кто-то напомните, кто-то скажите впервые. Всем, так сказать, спасибо за участие. Ну и всем пока, наверное.